Идите сюда, в багажник, вы чё? Замок. Василиса и Вера. Пародируют пищалки. У них здесь тоже большой свой личный дом. Юми не очень ладит с любезным. Все, пока. 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 Что это такое? Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И после нашего 1 сентябрьского влога и других наших эпичных влогов вы попросили снимать еще больше влогов, еще больше роликов о нашей жизни, о том, как именно мы живем. И поэтому сегодня будет именно такое видео. Я сейчас в шапке, как вы заметили, потому что мы собираемся. Из нашей съемной квартиры мои песики переезжают временно к своей большой семье. С одной стороны, вроде как весело, а с другой стороны, это будет одно из моих не самых частых расставаний с собаками. Я это делаю крайне редко, потому что я уезжаю в Москву на фестиваль VidFest видеоблогеров. Сегодня я покажу, что я им собрала с собой, как мы туда едем, наша дорога, плюс как мы там будем находиться какое-то время, как они будут со мной прощаться, и расскажу кое-какие новости о щеночках. В общем, будет много всего интересного. Оставайтесь с нами, я также им везу подарки ваши из ваших посылок. И подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, у нас тут всегда интересно. Поехали! Не знаю, видели ли вы в распаковке на канале моих песиков, говорящих, вот этот вот домик, который я заказала. Ну, не домик даже, а скорее переноску. Она очень прикольная, она складывается в практически такую плоскую вещь. Там я как раз показывала у них на канале, как это происходит. Вот я ее беру с собой на всякий случай. Их всего четверо, поэтому на каждую парочку я с собой им беру вот эти вот две лежанки, так как там лежанок может на них не хватить просто-напросто. И они будут спать по парам в этих лежанках, они как раз влазят. Это для того, чтобы они чувствовали все-таки запах дома, потому что мы не так часто расстаемся, и если мы ездим к нашей большой семье постоянно в гости, хоть даже каждый день, я все равно не уезжаю, а тут меня все-таки не будет. Запах своего родного дома, да, Юмичу? Да. Конечно же, я на эти пару дней их не оставлю без еды, но чтобы не заморачиваться, я взяла закрытую пачку корма нашего, который мы постоянно кушаем. Там они гуляют в свободном доступе. И как бы им не нужны никакие поводки или рулетки для этого, да, для прогулок. Юмичу. Зачем, скажи? Всем с собой я дам по игрушечке, которая тоже пахнет нашим домом, чтобы у всех была игрушка. Ты зайца взяла с собой, да? Хорошо, ладно. И вот такой вот портфель с вашими подарками из посылок. Я все уже практически распаковала, и скоро будет снова честная распаковка. Прошлая вышла, и, не знаю, посмотрели ее немногие, но я надеюсь, что она понравилась вам. Там все-таки полезные советы и так далее. Корм пока засунем в портфель. Мой любимый собачий портфель уже подубился, уже не очень хорошо выглядит, но я его так люблю, мне он так нравится, и цвет, и форма, и вот эта вот ткань, что я не хочу с ним расставаться. На каникулах у бабушки ребята бывают довольно часто, поэтому не так много вещей я им с собой беру, потому что там, во-первых, есть их частично вещи, во-вторых, там куча других животных, и поэтому они, я думаю, не нуждаются ни в чем больше. На VidFest, к сожалению, с собаками не пускают, и поэтому... Мы едем на каникулы к бабушке и прощаться с ними будем. Да, надеюсь, они там классное время проведут. Да хватит уже. Юми, Софи перепрыгнули назад. Эй, идите сюда, попрыгуни. Софи, иди сюда. На заднее сиденье, а не в багажник. Вы чё? Такие смешные, посмотрите на них, а. Давай ко всем заходи. Юми, давай. Миш, все, не залезла сама. Ай, а радуется-то. Зайцы такие, едут в машине, в лежанках. Я все никак не соберусь вам показать автогамак двойной, такой большой, на все заднее сиденье. Я показывала вам его в одном видео, но не в машине. Ну, как-нибудь я обязательно вам его покажу. Дождь пошел, все сразу так резко потемнело. Смотрите, какие тучи черные прям. А вы смотрели наше видео о том, когда я ехала со всеми собаками в машине, и Мише и Юме стало плохо. И я рассказывала, что делать, если собаку укачивает в машине и постоянно тошнит. Эйвен и Софи с детства ездят на всяком самом разном транспорте, и поэтому они нормально переносят переезды. А вот Миша и Юме первое время с трудом ездили на машине, но сейчас вроде уже все хорошо. Дождь сильный пошел, быстрее. Заходите, давай. Ай, мама, привет! Бездны, как всегда. Конечно, скажи, за окном дождь, что мне делать, да? У меня для тебя подарок есть. Вот такой вот построили замок для щенков. У них здесь вот такой вот прям входик. Эй, не прыгайте на меня в домик. Окошки есть.
такие вот. Даже фонарик висит. Крыша такая прям настоящая. Все как положено. А там уже сзади дверь, чтобы открывать ее и внутрь заходить. Ну, в смысле... Ой, уже зашел в дом. Смотрите на них, как они подросли. Вы помните, какие они были? Мы вас спрашивали тогда, какие имена им дать. В комментариях много имен предложили. И мы выбрали Василиса, Вера и Варвара. И вот Варвара как раз уже нашла свой новый дом и уехала. Остались Василиса и Вера. Вот такие вот две красавицы-сестрички. Да, зайки. Вельшкорги-кардиганы. Из самого крутого питомника Вельшкорги-кардигана. Василисы больше темненького на спине, вот. И она такая более плотненькая, более пузатая. А Вера, у Веры такой классный хвостик. И она более такая тонкая. Пошли водички попить. Все игрушки-то. Прикол, какой он звук научился издавать. Хот-дог взял себе. Посмотри, какое колесо. Он на пищалке прям так... Пародирует пищалки. Ай, танцует, кешет. У собак тоже сейчас своя личная территория, огражденная вольером вот таким вот. Они здесь гуляют, у них здесь тоже большой свой личный дом. У них есть такая веранда тоже с крышей и большая территория для прогулок, потому что сейчас ведутся всякие строительные работы вокруг, и это ради их же безопасности. Везде переделывается территория, строится дом для мастера, чтобы ему было где зимовать. В общем, собачки сейчас все живут тут. Никогда Юми не очень ладит с любезным. Посмотрите на Илая, что он делает. Нельзя лаять. Ай, Илай, ай, Илай, ай, Илай, ай, Илай. И сегодня я буду уже ночевать без них, а они будут ночевать здесь. Надеюсь, они не будут скучать. Ведьма тут пришла прощаться и повеселяться. Ведьма. Юми, чё, не лай на ведьму. Ну и все, я поехала, ребят. Все, пока. 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 Миша. Нет, все. Все, пока, ребят. Вы остаетесь тут. Пока. Пока. Блин. Эх, как грустно расставаться со своими зайками. Что это такое? Вы что? Вы что, ребята? Вы что? Вы что делаете? Вы что творите? Ну-ка, стойте! Ну-ка, перестаньте! Даже Миша там пытается пролезть. Миша, нет! Они не хотят, чтобы я уезжала. А, блин, дураки вообще. Вы это видели, ребята? Это совсем не значит, что они боятся, что им здесь будет плохо. Просто мы очень хорошие друзья. И любим друг друга. А на канале собак-блогеров Magic Pets, ребята, встреча знаменитой вечно спорящей парочки Юми и Илая после месяца разлуки. Ну, Илай там ей песню написал, а Юми, как всегда, дерется и ругается. И не только они там будут. Короче, будет весело. Ссылка в описании.